Безопасность детей в машинах превыше всего. Сотрудники дорожной полиции сообщают, в последнее время использовать детские удерживающие устройства стало модным. Все реже на дорогах можно встретить нарушителей. Существуют десятки способов обеспечить безопасность малыша в транспорте. Хорошие родители должны знать, удерживающее устройство – это не только кресло. Выбор разновидности зависит от возраста и веса ребенка. У нас есть детские устройства, начиная с нулевого возраста. То есть из роддома уже родители забирают ребенка в специальном автокресле под названием люлька или скорлупка ее называют. Потом, когда ребенок уже начинает сидеть, есть специальные кресла, которые можно приводить в полулежачее состояние. Но у него недвижимая платформа. Ну и дальше кресла различают уже для более старших детишек. Возможно, поголовно приобретать удерживающее устройство родителей побуждают увеличение штрафов за это нарушение ПДД. Ребенок не пристегнут, статья 12.23 административного кодекса, 3000 рублей. У нас сегодня на территории областного центра проводится рейд по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Хотел посмотреть у вас наличие детского удерживающего устройства. А я вот не вижу, можете открыть дверь? Каждому автолюбителю сотрудники дорожной полиции объясняют, удерживающее устройство позволит сохранить ребенку жизнь в случае ДТП. Травмы, которые может получить пристегнутый малыш при столкновении, гораздо легче. Как правило, это ушибы. Зачастую родители пристегивают малыша штатными ремнями безопасности. Полицейские предупреждают, этого делать не нужно. Штатным ремнем безопасности ребенка пристегивать небезопасно. Почему? Дело в том, что ремень проходит у ребенка в области шеи и в области живота. И у нас были дорожные транспортные происшествия, когда ребенка либо разрывало напополам штатным ремнем безопасности, либо ребенок получил такую травму, как удушение, и погиб. За 8 месяцев текущего года в городе произошло 70 ДТП с участием несовершеннолетних. Среди них 5 велосипедистов, 29 пешеходов и 30 пассажиров авто. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.